Друзья, вторая часть моего выступления и завершающая часть нашего беспрецедентной лотереи, потому что, ну, не знаю, не видел я ни одной компании, которая бы в короткий период, как мы вот за 5 недель, разыграла аж 70 ноутбуков. Мы разыграли уже 56, сегодня последние 14, и я думаю, что вы это запомните и будете спрашивать, и никто вам не скажет, да, один iPhone, один компьютер, два компьютера кто-то разыгрывает. Большая часть разыгрывает бейсболки и кружки за 5 центов или, неважно, там, за 15 центов. Вот, мы разыгрываем ноутбуки, причем 70 штук в одном промоушене. Итак, сегодня завершающий, так называемый, утешительный розыгрыш для всех участников марафона, которые были у нас 6 апреля. И, как я сказал уже, покупки до 15 часов сегодняшнего дня тоже учитывались. И прежде чем мы приступим, но я, наверное, не буду особо останавливаться, вы знаете все эти ноутбуки, мы уже пятый раз про них говорим, хотелось бы зачитать вам замечательные отзывы. По традиции мы не можем все отзывы зачитать, по какому-то принципу отбираем их. Вот. И, значит, первый отзыв, который хотелось сегодня вам зачитать, это от Александра Владимирова из Москвы. Помните, последний раз мы о нем говорили как раз. Вот, пишет нам о моем выигрыше в лотерее, мы сообщили по телефону, вы выиграли MacBook, это фантастика. Скажу откровенно, был очень удивлен, так как ничего не выиграл в жизни и не сторонник лотерей. Но такой формат, который проводит совет директоров, очень вдохновляет всех инвесторов с любым порогом инвестиций, ведь разыгрывается 70 ноутбуков. Это очень стильные деловые комплименты инвесторам. Они радуют, и это здорово. Мое участие в бизнесе как активного инвестора GM4Me с 2016 года дает возможность наращивать актив. Это абсолютно осознанное и целенаправленное участие, потому что я уверен, что за бизнесом GM4Me будущее. Будущее в настоящем с большой буквы. Постоянное пополнение портфеля акций и работа с партнерами обеспечило мне возможность участия в лотерее и получения приза в виде Apple MacBook. Спасибо совету директоров за креативность и проведение различных акций. Это был первый отзыв. Дальше отзыв от Раисы Родых. Я помню, много ее поздравляли у нас в чате с ее выигрышем. Друзья, хочу поделиться своей радостью. Во время конференции в понедельник я очень желала, чтобы мой партнер выиграл приз – ноутбук. И вот чудо случилось. Табло показало Кани. Сначала я подумал, что это другой партнер. Оказалось, что именно мой партнер – Камия Амирджанова. И это еще не все. Мне, как спонсору, тоже повезло. В жизни никогда ничего не выигрывал. И ранее, в первый раз, я была очень рада, а мои дети и внуки радовались вместе со мной и поздравляли меня с выигрышем. Я и мой личный партнер Каня Амирджанова в Майске промоушен стали счастливчиками и выиграли замечательные призы в один день. Очень благодарен совету директоров за щедрые нужные подарки. Я считаю, что мне очень повезло. Я оказалась здесь, в компании GM4Me. Да, вот я помню, что Раиса Рудых звучала и как спонсор, и как победитель на нашей прошлой лотерее. Анна Мусина, Геленджик, Россия. Безмерно рада такому неожиданному счастью. Я выиграл ноутбук Asus VivoBook 15. Огромное спасибо совету директоров за такие великолепные подарки. Еще я благодарю своего спонсора Короченко Ирину. Она первая сообщила и поздравила меня с выигрышем. А следить надо, чтобы вы первыми узнавали о выигрыше. Чего же вы так? Через спонсоров. В проект я вошла после незабываемой корпоративной поездки на термальные источники 18-19 января 2020 года. Видите, что у вас происходит с поездкой на термальные источники. Вся поездка проходила в очень дружеской атмосфере. Мы купались в источнике и загадывали желания, представляли, как мы все станем успешными и счастливыми благодаря компании GM4Me and Market Space. Решающим для меня стал делать презентации Ольги Кудиновой, когда я ощутила всю мощь команды, в которую очень захотела влиться. Сейчас моя дочь в институте, поэтому я постепенно, по мере возможности, докупаю пакет Dainvest. И вот очередное приобретение пака BIS принесло мне не только дополнительные акции, а и ноутбук, который очень необходим моей дочери. Спасибо огромное всем, кто придумал и воплотил такой чудесный проект GM4Me and Market Space. Очень классный отзыв, очень приятно, что люди с удовольствием получают призы и пишут об этом такие теплые отзывы. Ну и Наталья Петрова. Заключительный отзыв, поселок Уричи, Россия.
в компанию пришла в июле 2018 года по рекомендации Людмилы Новоселовой. Так же. Людмила, наверное, все здесь знают. Пришла на доверие, так как знала Людмилу почти 20 лет. Ничего не понимала в проекте, но у меня было огромное желание узнать, что это такое. Здесь я встретил больших профессионалов своего дела, сплоченную компанию и отличных спикеров мирового уровня. Каждый раз, получая новые знания, я убеждалась в том, что эта команда способна достичь высоких результатов. Полученные знания рассеяли все мои сомнения. А сегодня еще одна радость, неожиданный приз, ноутбук. Щедрая, целеустремленная компания, большое удовольствие вести бизнес. Хочу пожелать каждому партнеру нашей компании и моему наставнику Людмиле Новоселовой здоровья, личного роста и развития. Я очень верю в наш проект, и я вижу результаты, потому что мы создаем его с большой любовью для людей. Наталья, спасибо. Счастья вам с вашим новым гаджетом. И мы сейчас переходим к розыгрышу. Но перед этим я хотел бы вам обратить ваше внимание на тот отзыв от молодой девушки, от студентки Любовь Коско. Он прозвучит сразу после розыгрыша. Если вдруг вы еще не посмотрели, хотя мы по чатам активно его популяризовали, вот, посмотрите, пожалуйста, этот отзыв. Он очень интересный, очень яркий от молодой девушки. Он такой взвешенный, целеустремленный. Конечно, хотелось бы нам побольше таких партнеров, как Любовь. Ну, а сейчас попрошу модераторов сделать нам поставить нашу виртуальный барабан, на котором мы сейчас разыграем завершающие 14 ноутбуков и начнем с владельцев и спонсоров паков Go, которые приобретают ноутбуки класса Higher, вот тип, который указан у вас на экране. Напомню, что там разыгрывается у нас 5 ноутбуков. И розыгрыш первого ноутбука пошел. Смотрим внимательно. 422 человека наблюдают активно за этим розыгрышем. Но это правильно. Итак, имя партнера Тамара Герасимова. Город Маткетчик. Попрошу написать регион. Спонсор Тамара 55. Тамара, поздравляем вас. Счастья вам и успехов дальнейших. Мы пока разыгрываем второй ноутбук в этой категории. Смотрим на победителя. Завершает вращаться наш барабан. И имя второго победителя – это Елена Христолюбова из Йошкар-Олы, соответственно, тоже Россия. Спонсор Ольчик-Ольчик, сказать красиво. Елена, поздравляем вас. Не часто у нас бывают победители из Йошкар-Олы. Смотрим третий ноутбук. Третий ноутбук. Итак, Любовь Маюченко, город Курский, сейчас Курский район, правильно сказать, село Ростовановское, спонсор ВАЛ 55. Любовь, поздравляем вас, фамилия знакомая, я уверен, что многие знают вас здесь. Разыграли третий ноутбук, давайте четвертый ноутбук разыгрываем. В категории Go, самой массовой нашей категории, тем ценнее выигрыш. Смотрим, кто у нас стал победителем. Итак, Лидия Шаталова с логином «Ракета». Из города Уральска, спонсор Десна 7. Лидия, поздравляем вас, ждем от вас отзыва и фотографию. Ну и завершающий ноутбук в этой категории, в категории покупателей паков Go и их спонсоров. Вот Любовь Маюченко с нами, благодарите за благодарности в ее адрес. Так, смотрим. Виталий Азметеленко, тоже знакомая фамилия, Магадан. Спонсор, ну и, по-моему, это Чистякова, да? Светлана Чистякова, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, не буду говорить. Виталий, поздравляем вас, знакома очень ваша фамилия. Я уверен, что вы отзоветесь, пришлете нам отзыв. Переходим в другую категорию, категорию покупателей и спонсоров паков Biz. Там у нас 4 ноутбука. Давайте посмотрим на
счастливых обладателей этих гаджетов. Светлана Чистякова, да, подтверждает, что она является спонсором. Светлана, поздравляем и вас тоже. И далекий Магадан, конечно, поздравляем прежде всего. Смотрим первого победителя в следующей категории. Итак, Надежда Князева, город Уфа, спонсор. Ну, понятно, кто спонсор в Уфе. Наверное, спонсор всех уфимцев – это Александр Потапов. Поздравляем вас, Надежда, поздравляем вас, Александр. Вы этого заслужили точно, совершенно точно. Смотрим второй ноутбук в этой категории. И он достается у нас. Достается у нас немецкому партнеру, который зовут Марк Бехтольд из города Шван-Эвебе. Я бы так прочитал это. Шван-Эвебе. Вот, ну, явно немецкое название. Марк, очень наши большие поздравления, потому что не часто у нас идут призы в Германию, тем более они приятны. А спонсор Акаленко. Спонсор наш человек, точно. Так, два ноутбука мы разыграли. Смотрим третий ноутбук. Видите, как приятно. Спонсор Акаленко, а партнер Марк из Германии. Так, третий ноутбук. Интересно, интересно становится, да? Увлекательно. Улан-Удэ. Роза Сариева. Соответственно, Россия. Спонсор Нарана 78. Рона, принимайте наши поздравления и ждем, конечно, от вас отзыва из Улан-Удэ. Три. И завершающий четвертый ноутбук в этой категории. Он последний у нас и в нашем розыгрыше, и в этой категории. Смотрим. Я имею в виду для владельцев паков БИС и спонсоров. Чинчи Дарган, город Кызыл, соответственно, Российская Федерация. Спонсор, видимо, Чойган. Чинчи, поздравляем вас от всей души. Вы успели ухватить завершающий ноутбук своей категории. Это здорово. И переходим к категории покупателей и спонсоров паков премиум. Тут у нас три ноутбука. Мы с вами разыграем уже таких серьезных уровня Asus Laptop 15. Смотрим. И первый ноутбук у нас уходит в город Москва. Михаил Суворов, такая красивая, мужественная фамилия. Спонсор у него Воркута. Вот так вот. Михаил, поздравляем вас и вашего спонсора. Хотели бы увидеть обязательно от вас отзыв. Так, с нулями лотерейный билетик с большим количеством нулей. Вот, тоже интересно, смотрите, как Словакия. Алиса Гавалиерова, я бы так прочитал, Гавалиерова. Алиса, город Братислава, спонсор Тигрик. Алиса, очень рады, что вы теперь с нами и хотели бы получить, конечно, ваш отзыв. Пожалуйста, сообщите, если Алиса вдруг не с нами. Ну и завершающий третий ноутбук в этой категории, в категории покупателей и спонсоров пака премиум. Смотрим, кому он достается у нас. И видим, что это, конечно же, наш любимый многими из нас, и мной особенно Казахстан, город Кордай. И фамилия партнера, пожалуйста, не обижайтесь, буду сейчас читать. Мухамеджан Аркабаев. Вот, я быстро справился. Мухамеджан Аркабаев, спонсор Рабида 68. Поздравляем, Мухамеджан, поздравляем вашего спонсора, поздравляем весь Кордай и ждем от вас, конечно же, классного отзыва. Так, завершающие два ноутбука, и, конечно, это ноутбуки для покупателей паков Invest и их спонсоров. Это MacBook'и, это самые классные, самые дорогие гаджеты, любимые многими, желанные для многих. И смотрим на двух победителей. Кордай, поздравляю все. Это здорово, Казахстан, конечно же, супер. Итак, первый MacBook. И смотрим. Ну вот, давно у нас не было... Даже не помню, когда. United States of America, North Chicago, Рамути,
Козловский Йены, знакомый партнер работы. Рамуты, поздравляем вас, спонсора Секми тоже поздравляем. Это очень здорово, что у нас настолько расширилась география, обратили внимание, и Словакия, Германия, США. Круто. Ну и завершающий, друзья, держим пальчики, завершающий, крестиком я имею в виду, завершающий ноутбук и в этой категории, и из 70, которые мы раздали уже за эти 5 недель. Так, город Бишкек, Киргизстан, еще одна сторона нашей карты этой лотереи, Руслан Тунтаев. Руслан, ну вот от вас точно нужен отзыв, не часто у нас из Киргизстана бывает, из Бишкека, победители наши, мы вас от всей души поздравляем, счастья, успехов всем победителям, много радости, друзья, и до следующих встреч, всем здоровья.